Сегодня решил провести опыт с точкой мироздания. 2 часа тому назад налил воду вот в эти стаканчики. Сейчас посмотрим, что получилось. Вот здесь вот точка мироздания находится под стаканчиком. Смотрим вот этот стакан. О, здесь лед. Вот за 2 часа хорошо покрылось льдом. Так, смотрим этот стаканчик. Немножко льда сверху, но можно сказать, его почти нет, но сверху немножко вот льда. Лед. Снимаем. Смотрим вот эту точку мироздания нашу. Что интересно, она пристала к поверхности сюда. Что внизу вот холод, а наверху тепло. Вот она. Интересно, значит, вот в этой стороне холод, а вот здесь вот тепло. Да, интересно. Если поставить ее так, то, наверное, вода будет быстрее замерзать. А так она замерзать не будет. Точка мироздания работает. Сейчас с помощью всевозможных приборов проверим, как точка мироздания, вот она, излучает аргонную энергию. Вначале проверяем с помощью прибора аргонатор, который вы можете сделать сами, посмотрев инструкцию изготовления на нашем сайте. Вот видите, идет красные такие полосы идут. Сейчас мы поднесем точку мироздания. И вот смотрите. Пошла синяя энергия. Вот. Это говорит о том, вот убрали прибор. Вот. Точка мироздания вот излучает аргонную энергию. Аргонная энергия, она синего цвета по рейху. Убрали. Видите, пошла красная полоса. Поднесли. Вот. Пошла такая полоса. Далее. Так, выключаем. Этот прибор вместе с программным обеспечением вы можете сделать сами по нашей технологии. Вот сейчас проверим с помощью обыкновенной отвертки. Так, включаем отверточку, подносим. Нету. Сейчас смотрим. Видите, энергия качается. Вот. И берем, замыкаем на руку. Видим писк. А теперь на прибор. Тоже видите? Частота, высокая частота. Теперь проверим точку мироздания с помощью мультиметра. Включаем к мультиметру. Вот видите, идут показания. То есть при движении, вот если мы ей начинаем немножко шевелить, показания мультиметра изменяются. Значит, энергия качается. Теперь проверим магнитное поле точки мироздания. Вот берем вот такую точку мироздания, пластинку для проверки магнитного поля, накладываем пластинку и смотрим. Через какое-то время, вот
она начала работать, и через какое-то время мы явно видим сотовое строение. Вот видим, соты получаются. Вот явно видим, что получается соты. Точку мироздания можно сделать в виде небольшого медальончика. И с помощью этой точки подзаряжать свой организм, избавиться от многих болезней. Как ее сделать, смотрите на нашем сайте. Там есть технология точка мироздания номер 1 и номер 2.